Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня видео буквально на 2 минутки. Выложили на продажу наборчик, который вроде бы интересный. Называется «Удачный выбор», но здесь возникает вопрос, а действительно ли данный выбор с вашей стороны будет удачным? Давайте с вами посчитаем. За 17 долларов вам предлагают 2000 золота и мистический сертификат. То есть не вы не из мистика будете выбивать себе этот сертификатик, а вы прям берете сертификат в руки, и вот он уже, вот. Вот сейчас из него что-нибудь крутое, козырное, как вывалится вам, и будет вам, ну, прям несметное богатство и счастье беспредельное. Но, ребят, давайте будем говорить откровенно. Несмотря на то, что здесь есть огромное количество машин, не факт, что из них всех вам выпадет именно та, которую вы хотите. Потому что, ребятки, вероятность выпадения каждой машины составляет, начиная от, грубо говоря, по-моему, потолочной там 4.17, да, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим, промотаем полностью все, так, чтобы я просто был максимально честен и никого, не дай бог, не обманул. Так вот, три машинки с вероятностью 4.17%. Это у нас К-91, очень годная машина, мне очень сильно нравится он. КПЗ-70, который я поставил бы на второе место. Дальше идет АМХ-30 Прот. И на последнее место я бы поставил Т-55А. Вот если из вот этих вот четырех. Все же остальные, ребят, имеют шансы выпадения гораздо меньше. Короче говоря, можете сами посмотреть. Там, по-моему, 0.40 с чем-то самая минималка. 0.46, да, вот там. Вот эти вот все товарищи. Что же касается тех машин, которые действительно хотелось бы получить, понятное дело, это десятки. И здесь шанс выпадения 1.39 поголовно под всем. К чему, ребят, говорю? Говорю к тому, что если вы возьмете калькулятор в руки, хотя на простых цифрах, я думаю, что навряд ли он кому-то понадобится, 17 тысяч голды можно купить при грамотном фарме за 17 долларов. Кто не верит, есть действительно предложение в игре по 1 баксу за 1 косарь голды. Вот ссылочка на это видео. Заходите, смотрите, кто не верит и кто хочет написать в комментариях, что я брехло вонючее. Так вот, ребят, если так считать, то получается, что вы, в принципе, за 2 бакса получаете 2 косаря голды и за 15 тысяч золота. За 15, хорошо, бог с ним, не будем торговаться. За 12, за 13 тысяч золота вы получаете этот мистический сертификат. То есть, по большому счету, где-то, грубо говоря, за 13, за 15 баксов вы получаете сертификатик, из которого выпадет машина. Но что делать, если эта рулетка приведет к тому, что вы приобретете себе не десятку, ребят, а спуститесь куда-нибудь вниз списка и получите какого-нибудь шипа, абсолютно, ну, негодную ни на что машинку в игре, которая не будет вам доставлять абсолютно никакого удовольствия. Или, допустим, Т-25, который абсолютно ничего тоже нормально сделать не может. Короче говоря, ребят, говорю к чему, то в данном случае с таким же успехом можно взять, допустим, там, не знаю, 30 тысяч долларов, прийти на авторынок и барыге дать в руки 30-ку баксов и сказать: на тебе, а ну-ка выдай мне какой-нибудь автомобиль из всех, которые здесь стоят, потому что я знаю, что вот там за 30-ку стоит Мерседес, который я с удовольствием бы себе получил. А он такой говорит: нет, братуха, ты прости меня, пожалуйста, но сегодня у нас акция такая, поскольку машинка наугад, на, держи себе Ланос, едь катайся. Так вот, ребят, говорю к тому, что за 17 баксов лучше либо купить себе изначально за Real Money годную машину, когда ее за бабло продают, либо купить на эти же деньги голды, если у вас эти деньги есть, и взять ту машину, которую вы 100% хотите. Ну вот, допустим, образно, хотите вы за 15 тысяч себе приобрести вот этого вот товарища Рампанзера, возьмите его себе, и он уже точно в ваших руках. То же самое касается и других автомобилей. Допустим, там той же самой Е75 и так далее. Короче говоря, ребят, лучше берите то, что вы видите, а не берите себе кота в мешке. Да, безусловно, данный кот в мешке получше, чем контейнер, потому что в контейнере, допустим, там не факт, что вообще этот кот в мешке будет. То есть вы покупаете просто мешок с вероятностью наличия кота внутри. Здесь же вы действительно берете кота в мешке. Ну а что это
это окажется за код, узнаете только тогда, когда используете мистический сертификат. Короче говоря, ребят, мое мнение субъективное, лучше не тратьте свои real money на вот это вот, лучше приберегите для реального чего-нибудь, того, чего вы по факту хотите. Если вы за честность, если вы за честные обзоры, подписывайтесь на мой канал, вот шильдик в правом нижнем углу, желтенький такой, наводите, в один клик становитесь постоянным зрителем моего контента, я вам буду безумно благодарен за помощь в развитии моей мечты и моего начинания. Ну и отблагодарю вас со своей стороны исключительно честными обзорами на подобные вот предложения, либо на танки, такими, какие они есть на самом деле. Всех благ, всего хорошего, мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.